Доброе утро, бельцы! И если вы сегодня проснулись с той ноги, то знайте, что зима продолжается. И со мной в студии замечательная и прекрасная Наталья. Наталя, доброе утро! Доброе утро! Няца, бельце, няца, туторор, не букурем, кам трекут, дежа де прима жматате а луни февруарие, ши не апропием де ано, тимпул примавери, купаш грабиц. А у нас сегодня народные приметы, и народные приметы у нас таковы. Если в полдень солнце, то весна будет ранее, а лето дождливым. Ветер к сырому году. И если завизжит метелица, всю неделю прометелица. Вот так вот, знаете, сегодня по приметам вот такие вот приметы. Ну, мы говорили с вами о пользе чая, о пользе кофе, о пользе зеленого чая. А сегодня мы давайте поговорим о самом важном, о пользе воды для организма человека. И вы знаете, что зачем человеку много пить воды? Это основа нашего организма. Употребление чистой воды в нужном количестве – залог здоровья, сил и энергии, Наташа. Понимаешь? Știu, știu, pentru că organismul uman 70% este constituit din apă. Совершенно правильно. Остальные 30% нам неизвестны, но мы знаем, что нужно пить много воды. Если мало пить воды, то можно серьезно заболеть. Если вот человек, допустим, не ест много дней, то он не умрет. А если вот не пьет 3-4 дня, то организм все-таки может умереть. Да, да. Este foarte important ce apă consumăm. Filtrată sau nu, îmbuteliată sau nu. Это тоже, конечно, важно. Din фонтана sau de la robinet. Что такое вода для нашего организма? Это универсальный растворитель, поставщик питательных веществ ко всем клеткам организма, помощник, выполняющий функцию выведения отходов жизнедеятельности нашей. Также это говорит о том, что полезно ли пить воду в больших количествах. Это каждому, конечно, как. Вот ты можешь пить литр, а я могу 1,5 литра воды пить. Поэтому как у кого, какой организм. Да, de multe ori specialiștii spun că trebuie fiecare persoană să consume 2,5-3 litri pe zi. Deși nu voi fi de acord. Nu poți să bei apă fără ca organismul să dorească acest lucru. Deci, dragi bălțeni, consumați apă doar atunci când simțiți necesitatea. Și apă plată. Пить воду нужно небольшими глотками и не залпом. Всегда имейте при себе бутылочку чистой воды. Если вы испытываете чувство голода, попробуйте сначала попить, а потом уже поесть. Добавляйте по возможности воду пару капель сока лимона или просто долечку лимона. Старайтесь пить воду после каждого посещения туалета. Пейте всегда, когда испытываете жажду. Старайтесь не пить сильно газированную воду. А что ты расскажешь вот нам о таком свойстве, как минеральная вода, Наташа? Este foarte important ca să nu confundăm apa minerală cu apa carbogazoasă. Pentru că mulți oameni consideră că apa minerală este apa pe butelia care scrie carbogazoasă. De fapt, nu este așa. Apa minerală conține minerale precum și alte substanțe dizolvate ce modifică gustul acesteia, dar care îi conferă simultan o valoare terapeutică. Se obține de regulă dintr-o sursă minerală. Atenționez mineral, adică dintr-un izvor natural. Apa minerală conține săruri și compuși sulforici. De ce se consumă apa minerală? Îndeosebi în sezonul cald, pentru că în sezonul cald organismul elimină toate substanțele foarte utile pentru organism, de aceea apa minerală substituie aceste substanțe. De asemenea, apa minerală consumată în exces are și efecte negative, desigur. Unul dintre ele este apariția nisipului sau pietrelor larinici. În consecință, multe persoane ajung pe patul de spital pentru a elimina aceste pietre. То есть надо умеренно пить минеральную воду, да? Да, да. И смотря еще какую, да? То есть она должна быть проверена, с какого источника и все такое. Ну, что замечательно, друзья, пейте воду, будете здоровы, как говорится, да? И ведь авиа опеле хидратата. И у нас специально для вас репортаж о полезности воды. Thank you.
Изо рта через пищевод вода проникает в желудок, а потом в кишечник. Там происходит ее активное всасывание. И вместе с водой всасываются растворенные ей вещества. И те, которые были в ней с самого начала, соли, минералы, микроэлементы, и те, которые поступили к нам в организм вместе с пищей. Здесь вода проявляет себя как мощный растворитель, обеспечивающий наши клетки всеми необходимыми веществами. Попав внутрь, вода отправляется в путешествие по всему организму. Для этого у нее есть универсальный транспорт – кровеносные сосуды. Сама кровь состоит наполовину из кровяных телец, а наполовину из плазмы, которая как раз и представляет собой воду с растворенными в ней органическими и минеральными соединениями. Вода, выполнившая свою функцию переноса необходимых веществ по всему организму, перед тем, как покинуть его, совершает еще одно важное действие. В результате биохимических реакций, переработки белков и углеводов, остаются естественные отходы – шлаки. Вода растворяет и их, после чего выходит из организма. И не только всем известным путем. Через почки наше тело покидает около 50% воды. Это примерно литр, если взять стандартное потребление в 2 литра. 300 миллиграммов выходит через кишечник, еще 300 мы просто выдыхаем в окружающую среду. И через кожу испаряются 400 миллиграммов. По объему, кстати, 2 стакана. В условиях нехватки воды организм подает сигналы, которые наш мозг идентифицирует как жажду. Скопление нерастворенных солей – это индикатор, который свидетельствует о внеклеточном и внутриклеточном дефиците воды. Вследствие уменьшения количества слюны, сухость во рту мы воспринимаем как сигнал «нужна вода». Также сигнал могут подавать волюморецепторы – рецепторы объема, расположенные в правом предсердии и стенках полых вен. Информация о том, что кровь недополучает воду, отправляется в гипоталамус, что опять же ведет к тому, что мы отправляемся утолять жажду. Мы продолжаем программу «Доброе утро», и у нас сегодня замечательный день, 16 февраля, и у нас сегодня отмечается День милосердия и национальной дани героям, который празднуется во многих странах мира, особенно в Армении. Вот так вот, такой вот день милосердия и сказать спасибо вот этим героям, понимаешь? Поэтому празднуем вот это. Также сегодня празднуется такой праздник, как Починки, один из праздников славянского календаря, который отмечался на следующий день после Сретения. Что еще? 16 февраля произошли такие знаменательные события, как американский астроном Койпер открыл Миранду, спутник Урана. Вот мы не знали, а вот все-таки есть спутник Урана, как и у нас есть спутник Луна. В СССР была учреждена медаль за спасение утопающих. Помнишь такую шутку, как спасение утопающих – дело рук самих утопающих? Но все-таки дается за это медаль. Знаешь, так, он тонул, но медаль получи. Вот это было в 1957 году. Также в городе Хейфилл, Алабама, в штате, начала функционировать первая в США служба спасения 911. Все мы знаем, да, как что-то случается сразу. 911, там кошка умерла, 911 и так далее. В СССР с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль марки КАМАЗ. Вот знаменитые наши КАМАЗы. То есть, если надо что-то грузить, Наташа, КАМАЗ. Называешь КАМАЗ или там дальнобойщики на КАМАЗах. Вот в 1976 году это было. В 1978 году создана первая компьютерная электронная доска объявлений BBS. Вот так вот. Первая вот тогда была. То есть объявления пошли вот с этого дня. Также вот в 2005 году, интересно, что в Японии был подписан международный документ, который говорил о том, что нельзя выбрасывать в окружающую среду такие вот грязные отходы. Поэтому этот договор и до сих пор поддерживается. Но не всеми, конечно, соблюдается. Да? Поэтому часто ходим по улице, там какой-то мусор и какая-то вот это. А какие еще замечательные события? Am vrut să te întreb, Dumitru, știi cine e acesta Тутанхамон? Ну, конечно, я знаю. Это был вот фараон, конечно, знаменитый. Că în ziua de astăzi, 16 februarie 1923, mormântul faraonului a fost descoperit și a fost inclus în circuitul turistic egiptean. Acest faraon din dinastia 18 a conducătorului egiptean a urcat la tron la vârsta de numai 9 ani. Iar la vârsta de 7 ani deja era însurat.
Да? Сигур. Молодец. Я тоже, лашапте ла нова. Молодец, прям 7 лет Până начал уже. Атинге мажоратул. Celebritatea lui Tutankhamon se datorează mormântului său din Valea Regilor de lângă Teba, descoperit în 1923, singurul mormânt al unui faraon care timp de 3200 de ani a scăpat neprofanat și nejefuit. Îți dai seama, 3000 și ceva de ani a stat undeva ascuns și nimeni nu l-a găsit ca să-l vândă undeva prin contrabandă. A fost găsit din fericire de savanți care au anunțat de această mare descoperire și acum oamenii se pot mândri, pot admira acest... Я знаю, что даже вот эту, значит, лицевая вот эта маска, которая была на нем, весила, она была из чистого золота и весила 11 килограмм 900 грамм. Представляешь? De asta și a suferit craniul careva schimbări, pentru că savanții spun că ar fi fost omorât și omorât printr-o lovitură la cap. Da. La craniu a fost găsit trauma provocată de un obiect greu și ar fi chiar predecesorul lui care a vrut să ia tronul. Și atunci era concurență. Fiecare dorea să fie el la putere, el să conducă. Da, вот не любили они Тутанхамона, поэтому обращаемся к нашим президентам, будьте любимы народом, чтобы с такое не случилось, да? A murit la vârsta de doar 19 ani. Se presupune însă că a fost omorât și de soția sa, dar asta rămâne încă de aflat. Tot în anul 1959, Fidel Castro a preluat conducerea Cubei. Iar în anul 1968, România a renunțat la organizarea administrativă tipic sovietică în regiuni și raioane și a înființat unitatea administrativ-teritorială tradițională, județul. Au fost organizate 39 de județe. Plus municipiul București. Felicităm! Felicităm! Și no pasaram, da? Fidel Castro, no pasaram! Также в этот день, друзья, родились такие замечательные люди, как Михаил Тухачевский, советский военачальник, маршал Советского Союза. Вы знаете, есть многие улицы, которые названы в честь его имени. Также Вера Менчик была первая чемпионка мира по шахматам, первая женщина, чемпион мира по шахматам. Также сегодня родился Валерий Аркадьевич Гинзбург, кинооператор, народный артист СССР, России. Ну, вы знаете Гинзбурга, он... большие вот фильмы снимал, интересные, и до сих пор они сейчас актуальны. Сегодня также родился Александр Непомнящий, русский православный бард и поэт. Если вы знаете, что он был неизменным членом жюри в такого фестиваля, как гран-при фестиваля, который проходил, назывался «Оскольская лира». И вот до сих пор он еще считается одним из лучших бардов. Также сегодня родился замечательный человек, итальянский мотогонщик, выигравший 9 чемпионских титулов в разных классах MotoGP. Это Валентино Росси. Если все любят спорт, знают, что вот сегодня родился такой замечательный итальянский гонщик. Элизабет Олсен, американская киноактриса, сыграв небольшие роли в фильмах, если вы помните, «Первый мститель», «Противостояние», «Мстители. Эра Альтрона», «Олдбой», «Годзилла», вот такие, в таких фильмах она, ну, это эпизодические роли. Какие еще есть у нас именинники сегодня? În această zi s-a născut și un mare gitarist. În anul 1925, Carlos Paredes, cel mai mare compozitor portughez de muzică de gitară. Din păcate, a murit în anul 2004. Жаль, что гитары у нас сегодня нет. Да. Poți cânta la gitară? Я играю, да, ну так. Да, в траве сидел кузнечик. И все. Но это не его, конечно, композиция, но будем вспоминать. Totodată, în anul 1942, în aceeași zi, Kim Jong-il, fiul dictatorului Kim Il-sen, președinte nord-corean. În aceeași zi s-au născut și doi politicieni români, să nu uităm de vecinii noștri. Este vorba de Adin Vălean și Liviu Alexandru Miroșanu. Поздравляем. Я знаю, что вот хочу добавить корейскому Ким Чен Иру, вот к нему, что после того, как он умер, вся Корея должна была плакать 100 дней. И не дай бог, если кого-то на улице увидели радостным, сразу сажали в клетку, в тюрьму. Так что все ходили грустные и смеялись где-то за поворотом. Раз на улице, так знаешь.
Мираса, это и шутки, анекдоты, поэтому да, вот такие. Și era așa un mare concurs cine plânge mai tare. Dacă plângeai mai tare și arătai că ești distrus complet de moartea lui, сразу 5 кг риса. Да, erai cel mai bun cetățean. Да, и вместе с ним плакали и родственники, и вся улица, и весь город, наверное, да? А у нас в студии сегодня замечательный человек, врач, уролог Сергей Козуб. Да? Доброе утро, Сергей. Доброе, да не важно. Как настроение? Нормально. Хорошее, да? Ну, не сказал бы, что хорошее, пасмурно. Ага. Сергей, вот сегодня мы говорили о полезности воды. Вот что ты можешь сказать? Человеку очень полезно пить много воды? Или все-таки воздержаться? Ну, ввиду того, что... Все в школе учились, да, это еще в начальных классах преподается, о том, что человек в большинстве состоит из воды. Ну, ты нам говори как врач, ты нам как врач говори. Поэтому вода является из основных компонентов того, что мы должны употреблять, скажем, в пищу. Да? Значит, то есть это как машина, да, если машину заправлять вовремя, хорошо, да, машина работает идеально, да. Если машину не заправлять или не вовремя заправлять, само собой она будет давать сбой. То же самое имеет отношение вода к жизнедеятельности человека. Угу. Понял. Серег, а вот скажи, давно ты практикуешь хирургию? Если брать по отношению к жизни человека, наверное, четверть жизни уже даже больше, это 22 года. Угу. А в глобальном плане вообще ничего. Да? Да. Это хорошо. Слушай, а вот я хотел спросить, вот есть такой миф, вот многие там говорят, да лучше лечиться там в Кишиневе, чем в Бельцах, вот как ты можешь его развеять? Ну, это не миф, я считаю, что каждый человек имеет абсолютное право выбора, это вообще, наверное, самое главное наше право у человека, да, это право выбора, и я не считаю особо важным, где лечиться, лучше, конечно, вообще не лечиться, то есть не болеть, да, потому что... Когда болеет, в этом я не вижу абсолютно ничего позитивного и хорошего, что у нас есть работа. Лучше бы у нас ее было гораздо меньше. Но, к большому сожалению, как и механизмы, люди тоже ломаются. Да, ломаются они довольно часто, связано с нашей экологией, само собой, с нашими стрессами. Вот. Я не вижу принципиальной разницы, где лечиться. Значит, человек должен выбирать, где есть хороший доктор, да, там нужно лечиться. Угу. А принципиальная разница между Бельцем и Кишиневым – это одна страна, в общем-то, один и тот же подход к медицине. Понятно. Слушай, а вот урология в общих чертах, вот так, народными словами, как ты можешь вот сказать, что именно ты лечишь? Чем занимается урология? Ну, да. Урология занимается, ну, понятно, мочевой системой, да. То есть это, если мы начинаем сверху и к низу идти, да, то это почки, мочеточники, мочевой пузырь. Угу. Если то, что касаемо мужчин, это простата. Это уретра, это яички. В общем-то, чем занимается урология? То есть это как воспалительное заболевание, как аномалии развития и так далее. То есть все, что связано с этими органами, тем и занимается урология. То есть ты, как бы, скажем так, вытаскиваешь камни из почек, да? Скажем ну, так. Камни из почек – это далеко не все, что делает урология, само собой. Но в том числе и в том числе, почек. Да? Да. А были бы какие-то вот самые большие камни, которые ты вот из почек? Ну, в принципе, значит, очень большими камнями это считается так называемые короловидные камни почек. Да? Почему короловидные? Потому что действительно на внешний вид они такие, как настоящие кораллы морские, да. Но, значит, есть, значит, кораллы, короловидные камни почек, значит, в размерах около 10-12 сантиметров. Ого! Да? Но если... Раньше, значит, предполагалось, что при таких огромных камнях, значит, почку полагалось удалять, да, то последнее время, это последние, наверное, 7-10 лет, значит, мы стараемся делать органосохраняющие операции, да, то есть эти камни удалять, значит, сохраняя почку, потому что, так как ты говоришь общенародным языком, да, да, лучше пусть будет одна почка здоровая, одна почка больная, чем только одна здоровая. Ну да, да, да. А какие вот, скажи, есть интересные случаи у вас в работе? Вот можешь рассказать что-нибудь из... Ну, из твоей практики. Дим, ну, будем так, интересные случаи, это смотря для кого они интересные, да. Значит, для пациента я считаю, что они совсем не интересные, да. Для нас, как медиков, действительно бывают очень интересные случаи. Ну, так, чтобы коротко, значит, есть очень, действительно, мочевая система предполагает тому, что есть очень много аномалий, да. То есть очень много людей рождается, например, с такой патологией, не патологией, а аномалией развития носоплавков, как единственная почка. Да? Значит, очень много людей доживают до глубокой старости, не зная даже, что они прожили с единственной почкой, потому что действительно
Почка такой орган, который очень хорошо берет даже единственную почку на себе функцию и второй несуществующей почки, да? Либо если она была удалена. Вот у нас был случай, когда женщина 72 лет, значит, село недалеко от Бельц, значит, прожила всю свою жизнь, довела 7 детей. Да? Если вот у нее не образовался камень почки, который опустился в мочеточник, она и не знала бы, да, что она прожила с единственной почкой. Просто, значит, женщина, резкая боль, значит, перестала мочиться, в течение 3 суток была дома. Когда ее к нам привезли, по факту оказалось, что она всю жизнь прожила с единственной почкой. Вот так вот, да? Да. Вот интересно. Слушай, а вот я хотел спросить, что бы ты посоветовал вот всем больным, чтобы они вот не доходили вот прям до операции? Ну, в таком случае не больным, а здоровым. Ну да, или здоровым. Да? Или уже который вот, да, чувствует как, вот эту как боль. Как гласит наша одна из любимых поговорок, нет абсолютно здоровых людей, есть просто необследованные, да? Да, 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 да. Ну, это мы начнем с чего мы с тобой говорили со старту, да? Почему? Потому что для мочевой системы очень важно и количество употребляемой жидкости, само собой, качество этой жидкости. Вот поэтому даже абсолютно здоровый человек, да, он должен взять себя за правило употреблять не менее 2 литров в день воды. Да? То есть такие напитки, как чай, кофе, соки, мы к этому не относимся. Человек, если здоров и может употреблять больше жидкости, значит, пусть употребляет больше, но ни в коем случае не меньше. Значит, ну, это одна из основных профилактик, не только заболеваний мочевой системы. Понятно, Серега. А вот ты считаешь себя вот как, хорошим врачом? Вот, извини за такой вопрос. Да, или... вопрос очень хороший. Я считаю, что я никак не должен о себе говорить, значит, об этом должны говорить пациенты. Да, да. Но в большинстве случаев... Благодарности много, да? Скажем так. Ну, как есть как и благодарность, так есть и недовольные абсолютно, да. Почему? Потому что, само собой, во-первых, всем не угодишь. Во-вторых, люди считают, что вот у нас шахтер, да, он имеет право на ошибку. Столяр может ошибиться, механик может ошибиться. А вот доктору почему-то право на ошибку никто не дает. Да? Ага. Там обычные простые люди, да. Как ты, так и я, мы абсолютно, да, поэтому. Мы имеем право ошибаться, да? За халатность нужно наказывать, за ошибку доктора, конечно, винить нельзя, а тем более наказывать. А какие вот первые симптомы, чтобы сразу человек обратился к вам, чтобы не задерживать вот это вот, не усугублять? К большому сожалению, наша клиника, она очень полиморфна, и в начальных стадиях, значит, наши заболевания никак себя могут не проявлять, только острое начало заболевания, да? То есть это, например, высокие подъемы температур, да? Боль, скажем, из одной из частей поясничных областей, да, справа, слева, учащенное болезненное мочеиспускание. Вот это одни из первых симптомов острого урологического заболевания. Значит, к сожалению, наши люди не обращаются сразу к специалистам, да, потому что они идут в аптеку, наши фармацевты им рекомендуют пить какие-то лекарства, да, и чем дальше, значит, мы чем больше встречаемся с запущенными случаями. Да, да, именно да. Из-за этого. Да. Из-за несвоевременного обращения. Поэтому нужно все делать вовремя. Конечно. И беречь, конечно, свое здоровье, да? Да. Что ты пожелаешь нам, вот, нашим бельчанам сегодня с утра? Вот, что бы тебе хотелось пожелать всем бельчанам, вот, друзьям, родственникам? И... Всем бельчанам я могу пожелать, чтобы, несмотря на то, что мы живем не в самое хорошее время, не в самое веселое время, побольше оптимизма, побольше альтруизма, да, и искать в жизни позитив. Далее веселые истории и веселое видео. И, знаешь, Наташа, хочу тебя спросить, а вот как тебе сделал твой муж предложение? Это было романтично, это было... Или там он сбрасывал тебя с какой-то горы и там ловил там тебя, нет? Nu, a fost destul de modest, destul de simplu, pentru că nu sunt eu persoana care să arăt întregii lumi, întregului oraș, că mă căsătoresc. Am prevenit din start, fără surprize, în public. E ceva personal, între doi, vrei să fii soția mea, un răspuns și atât. Dar sunt oameni foarte ingenioși care preferă să vină pe cal alb, sau să spună în public, să o ceară de nevastă în public un buchet mare de trandafiri. Bine, este la alegerea fiecăruia. Haideți să vedem cum нужно правильно делать предложение своей любимой. Дорогая, если ты смотришь это видео, значит, у меня все получилось. Если
Ислам, что это? Откуда они все здесь? Ты будешь моей женой? Наташа, вот ты своему мужу дома готовишь пиццу? Или вот какие-то плацинды там? Сигур. Ну, а как ты раскатываешь тесто там? Пемазы. Просто, да, так, рученьками. Да. Она, вы знаешь, вот есть такой вот один умелец, который так красиво раскатывает тесто для пиццы, и нам нужно на это посмотреть. А у нас специально для вас интересные факты. В знак траура в Турции надевают фиолетовые одежды. Во всех остальных мусульманских странах траурным считается белый цвет. А у нас что? У нас черный. Все в черном и в черном. А у них, ну, не радуются, конечно, но вот так оранжевые и белые одежды, представляешь? Ежедневно на земле 3 человека делают операции по смене пола. Нет, а ничего. Ну, это мировая история. Ну, ты представляешь, 3 человека ежедневно. Импортанты качество цифры сану кряска куани. Да, чтобы она вообще прекратилась и все такое. Знаешь, вот такое есть, как история, когда парень провел с девушкой ночь, и потом он просыпается там и смотрит фотографию там на столике какого-то мужчины. Он говорит: слушай, это кто? Он говорит: не бойся, это я до операции. Но не будем о грустном. Так что интересный факт из жизни. Самая умная женщина по результатам тестов была домохозяйкой, Наташа. Так что вот все думают, что умные женщины где-то там академика, а самая была умная домохозяйка. Și știi de ce? Pentru că în fiecare dimineață ea conectează televizorul și se uită la emisiunea Bună dimineața. Доброе утро, Бельце! Конечно, конечно. Acolo unde pot afla multe curiozități, multe informații utile și de asta... Are multe cunoștințe. Смотрите нашу программу. За 2 года пара крыс способна произвести на свет больше 1 000 000 детенышей. При этом, для сравнения, домашняя кошка за всю жизнь рожает не более 100 котят. Представляешь, какая разница? Неокрашенная кока-кола имеет зеленый цвет, чтобы вы знали. Что вы пьете зеленую какую-то водичку. Вот un factor important. Ai văzut cum cu ajutorul acestei băuturi de obicei curăță metalul de diferite de rugină. Da, da, это кола может, да. Sau chiar podelele. Унитазы. Замечательное средство, причем недорого. Vă dați seama dacă are așa efect asupra metalului, asupra lemnului, ce face această băutură atunci când ajunge în stomac. Да. Ароматизированные сигареты, друзья, содержат мочевину. Представляете? Ну, это факт. Так что знайте, что вы вот курите. Нецензурная брань способна на время притупить боль. Наверное, поэтому рабочие строители, это вот это, как дадут себе по пальцу, так и вот эта боль утихает. И такой словарный запас, понимаете? Ученые выяснили, какие же продукты полезны для ума. Первое место занимает морская рыба. На втором находятся молочные продукты. И так далее, и тому подобное. Ну, морская рыба, это не так уж доступна для нас. Потом идут бобовые продукты, если вы знаете, это фасоль, бобы и все такое. И интересный факт еще о меде. Мед один из единственных продуктов питания, который никогда не портится, чтобы вы знали. Вот даже в древние времена в гробницах находили мед, и он не портился. Поэтому самый натуральный продукт для вас, друзья, это все-таки мед.
Поэтому, Наташа, употребляй мед, живи долго и счастливо. И жирно. Да, и жирно. И вам, поэтому, в сегодняшнее утро желаем вот самого хорошего. И напоследок, как говорится, я скажу. И, анекдот. Да, вот да. Давайте напоследок, чтобы было хорошее настроение. Значит, встречаются два друга. Один одному говорит: знаешь, я вот охотник, приношу своей жене каждый день 10 килограмм мяса там куропатки, 15 килограмм там мяса кролика, а вчера пришел и 110 килограмм такого мяса. На, держи. Он его спрашивает: а ты чего, оленя пострелил? Он говорит: да нет, это пьяный, убитый пришел. И 110 килограмм мяса. Друзья, желаю вам хорошего настроения, всего самого лучшего, улыбайтесь и вперед с песней, как говорится. Да, pe această notă pozitivă ne luăm la revedere, vă dorim multă sănătate, să aveți o zi perfectă în continuare și nu uitați să faceți mai multă mișcare, pentru că mișcarea prelungește viața. La revedere! La revedere!